Всем привет! Меня зовут Светлана, я сотрудничаю с компанией PL, это международная инновационная нанотехнология, продукт здорового питания, клеточного питания. Это уникальная компания, и она предлагает нам универсальные возможности. Такое время, да? Посмотрите, что творится. Давно доказано, что маски не спасают от вирусов. Это медицинская маска, и она нужна на операции для хирургов, там стоматологи. Если посмотреть в достоверных источниках, как бы уже смотришь с такой ситуации иногда что-то и попадаешь на конкретные вещи. И когда Путин входил в поликлинику, или вернее там больница, я не знаю, что-то связанное с этим коронавирусом, ему уже никто маску не одел. Ему одели. Комбинезон, да, защитного свойства такого, как для лаборатории, если вспомнить наши фильмы, когда показывают что-то, все ходят в таких скафандрах, как эти космонавты. И начинаешь задумываться, а для чего тогда нас заставляют одевать маски? Зачем нам брызгают чем-то на руки? Зачем управлять нашим сознанием? И ты понимаешь, что в этом мире все-таки ты не все еще можешь осознать и защитить себя. Вот в чем вопрос. Но жизнь нам посылает сюрпризы. И это сюрприз такой, ну я бы сказала, чудесный. Чудо, волшебство, магия. Но это для тех, кто хочет осознать, понять. Для тех, кто принимает в мире много знаков. Обратите внимание, у нас очень много компаний по БАДам, лекарству БАДы. Они супер, согласитесь, кто знает, тот понимает. В свое время они мне очень помогли. У меня 4 детей, 4 внуков. Я до сих пор иногда что-то беру там в БАДах, то, что мне нравится, то, что я люблю, то, что я знаю. Но я хочу сказать о другом. 8 лет назад, в 2011 году, появилась в нашем мире компания PL. Как вы думаете, почему она появилась? Очень многие люди молятся, просят Бога о помощи. Очень многие люди говорят: Господи, дай мне такую таблеточку, которая помогала бы сразу. Этот посыл дошел. Но в то же время, Господи, помоги нам, защити нас от бед, от врагов. Защити нас от недугов, исцели, да, и тому подобное. К чему я веду? К тому, что БАДы не во всех случаях вам помогают. Здесь уникальный продукт. Он работает здесь и сейчас. И вот мое мнение, так как я практикую эзотерику, пользуюсь мантрами, аффирмациями. Я очень, вообще всю свою жизнь я молюсь и обращаюсь к Богу. Не то чтобы с просьбами, я просто с Ним беседую, я просто с Ним разговариваю. У меня нет посредников между мной и нет Богом, и я отказываюсь от любого посредника. Я общаюсь с Ним тет-а-тет. Может, меня кто-то и не поймет, но я понимаю по-своему, и я знаю, что так должно быть. Господь в моем сердце, почему кто-то должен копаться в моем сердце. Поэтому с Богом я общаюсь лично. Когда я молюсь, то только к Нему. И я могу с Ним разговаривать, рассказывать о том, что меня беспокоит, о том, чего я хочу. И это тоже без посредников. Лично к Богу, к Истоку, к Абсолюту и больше никому. Только Он имеет право на мою жизнь и больше никто. Но в то же время хочу сказать, Господь видел эту ситуацию. Он знал, что так будет. И 8 лет назад на наш рынок пришел продукт, уникальный продукт, универсальный продукт. Ему аналогов в мире нет. И вот ЕГО выходят по квартирам и говорят, что обращайтесь в их веру, избранные спасутся. А вы знаете, кто избранный?
тот, кто изберет путь здоровья сам. Очень много людей спорят, очень много кричат лохотрон. Это ваше право, это ваш выбор. Тысячи людей уже в компании получили результаты. И им все равно, о чем вы говорите и что вы говорите, так же, как и мне. Хочется такое сказать, что вы избираете свою жизнь сами. Вы можете быть избранным, потому что вы избрали путь здоровья и благополучия. Нет такой компании, которая бы заботилась о своих партнерах и даже о новичках. А наш президент Сергей Сергеевич Куликов, он только и думает, чтобы еще такое придумать, чтобы облегчить входы в компанию. Да, кто-то может войти на статус, приобрести пакет, как я приобрела статус Даймонда, управляющего директора, $3000 пакет. Но сейчас человек может войти за $25, приобрести свой интернет-магазин, пользоваться им, развивать свой бизнес, кушать продукт, восстанавливать здоровье, защищать свое здоровье от всех коронавирусов, защищать свою семью и развивать постепенно бизнес. И вот если здесь человек тоже говорит, что $25 для него это много, или это нет, или это лохотрон, или пирамида, то Бог вам судья, Господи. Живите в том мире, в котором вам нравится. А мое видео для тех, кто реально ищет способы быть здоровым, и пользуется всеми шансами, которыми судьба посылает. А и компанию IPL послал нам Бог. Вот мое мнение, мое сердце, моя душа никогда меня не подводит в моих интуициях. Я 30 лет занимаюсь целительством, эзотерикой, помогаю людям. Мне по сегодняшний день люди присылают огромную благодарность за то, что я им помогла в свое время. Я, бывает, уже людей не помню, иду на рынок, а меня останавливают и говорят спасибо. И вот сегодня я хочу вам сказать, хотите быть спасенными, ваш шанс в компании IPL, вот честно говорю, от души, но тебе решать, подходит тебе это или нет. Здоровье, оно дается избранным, а избираем мы его сами. Выбери здоровье, и не надо заниматься бизнесом, просто будь клиентом компании IPL, кушай продукт здорового питания и все. А интересует бизнес? Вперед! Тебе все двери открыты. Ты хочешь путешествовать и увидеть мир? Тебе такие шансы тоже дает компания. У нас семейный бизнес. Вы можете всей семьей путешествовать, исцеляться, восстанавливать здоровье, защищать свое здоровье. И попробовать все-таки бизнес. Потому что одно без другого просто может и не получиться, да? Но скажу о другом. Очень многие люди уходят из компании по каким-то причинам. Таким, ну, много трудностей у людей в жизни. Честно, много трудностей. И не все хотели идти пакеты оплачивать. Поэтому очень многие не могли просто найти человека, кто хочет даже быть здоров, но у него не было возможности оплатить пакет. Эти люди в свое время ушли. Я уверена, что сегодня они все вернутся, узнав, что есть такой шанс. Потому что наши кабинеты, наши бэк-офисы, они не удаляются. Если год вы его не оплатили, да, он блокируется, но вы написали в обратную связь, вам разблокировали. И дальше вы пользуетесь этим, понимаете? И у вас есть шанс помочь людям защитить себя в такое тяжелое время от этого коронавируса. Вот это и есть помощь другим людям, которую нам Господь послал с неба. И примем мы эту помощь или нет, зависит от нас. А Он предвидел эту ситуацию. Я вот к этому вела все свое видео. Господь видел эту ситуацию, и Он послал нам новую продукцию, новую технологию, которая подходит именно для этой ситуации, потому что БАДы вам не помогут. Они не... Ну, еще не было продумано того момента, что вот такое, да, произойдет. А вот компания IPL, у нее вот формула, которой коронавирус вам не страшен. Аккумулит эссей защитит вас от всех вирусов, инфекций и паразитов. Поэтому, если тебе интересно, вот такая жизнь в спокойствии, в мире, в гармонии, в любви, в здоровье, то я приглашаю тебя в компанию IPL. Если тебя интересует бизнес, будем развивать бизнес. Я пришла сюда в компанию. Кусочек истории. Я пришла сюда в компанию 3 года назад. Меня приглашали, мне присылали ссылки, и это было мне неинтересно.
Я говорила, я в компании по БАДам уже 15 лет. Мне хорошо, мне все помогает. Но потом человек, приехав с Москвы, привез мне просто витамины ГРУ, 320 антиоксидантов. И говорит, Света, ты занимаешься энергетикой. Ты просто возьми коробочку в руки. И я ее взяла. Вы знаете, вокруг него поле пульсировало. Я даже не скажу, насколько, но так вот, если взять руки, то шар получился огромный, и он пульсировал. Продукт живой. А для меня это главное, потому что я очень давно не пользуюсь лекарством с аптеки. Были БАДы, молитвы, водичка заговоренная, священная водичка, да? Но никак не лекарство. Если и лекарство, то только в виде скорой помощи. Если сегодня скаканула высокая температура, да, я ее понизю. Но дальше нет. И я сегодня в компании благодаря только тому, что я увидела, что продукт работает. И я буду об этом говорить всем, что продукт работает, продукт живой. Он твой друг, он твое спасение. Что я еще могу сказать о продукте? Это вот такая моя история. Я даже тогда еще сказать, что я шла на продукт на здоровье, нет, я еще, ведь тогда еще, 3 года назад, даже никто не подозревал, что у нас вот такая ситуация будет коронавирус. А сегодня я говорю, благодарю тех людей, кто все-таки благодаря кому я в этой компании. Понимаете? Потому что у меня есть возможность защитить себя и защитить свою семью, защитить своих внуков. Потому что внучка приходит, видит витамины ГРУ, говорит, бабушка, можно? Я говорю, можно, кушай. Ну, а если уже так Господь распорядился, что я могу и зарабатывать, то почему бы не воспользоваться? И я строю сеть, сеть потребителей, сеть бизнесменов. Вы выбираете сами, кем вы хотите быть, клиентом, или вы все-таки хотите иметь доход. А можно и то, и другое, быть и клиентом, и получать деньги. Я выбрала оба пути. Приглашаю тебя в свою команду. Команду здоровых людей, защищенных людей. Полностью семьями защищенных. Не просто я вот защищена, да? Защищена вся моя семья, мои дети, внуки, муж. Природа. Я гуляю, потому что я гуляю с собакой. Сейчас разрешено гулять с собакой. Да, Багира? Ворона полетела? Где ворона? Баги, покажись. Чтоб верили, что я гуляю с тобой. Где ты там? Хочу увидеть тебя. Вот она. Вот, так что вот так вот. Я даже собаку лечу продуктом компании PL. Этот продукт можно кушать с рождения и до бесконечности. Ему аналогов в мире нет, привыкания нет, передозировок нет. Никаких побочных эффектов нет. Единственное, пейте больше воды, чтобы оно помогало, способствовало выведению всякой гадости из нашего организма. Все. Пьете, принимайте в любое время, под язык поставили, там под языком у нас сгусток капилляров, куда как малая капельница сразу попадает, травки, растения. Что самое интересное, наш продукт подходит, почему он идет аккумулит эссе, аккумуляция силы, потому что он проходит разряд молнии, отрицательные ионы, поэтому минус на плюс, и вы здоровы. Понимаете, вот это волшебный продукт, это чудо-продукт. И он пришел к вам именно сейчас, когда такое... Вот положение в мире, он спасет вас и защитит вас, и даст вам возможность зарабатывать, потому что это интернет-бизнес. Вам никуда не надо ехать. Ссылочку послали. Компания делает сайты всем бесплатно. Это ваша страница, это интернет-магазин, куда любой может зайти и купить продукт у вас, а бонусы вам. Поэтому используйте все с умом, с радостью, с любовью. Я желаю вам здоровья, счастья, успехов и благополучия. Вне зависимости, кто принял какое-то решение, да или нет. Потому что решение это ваше. Вы выбираете быть здоровым или все-таки вот там, где вас пытаются загнать в угол. Не позволяйте, не позволяйте. Я чуть не вот хотела сказать 2 слова сразу. Просто не позволяйте никому загнать вас в угол. Возьмите жизнь в свои руки. Кушайте продукт здорового питания компании PL. Стройте сеть потребителей. Потому что мы от этого тоже имеем доходы. И будьте здоровы и счастливы. Пиши, отвечу на все вопросы.